Здравствуйте. Здравствуйте. Фига себе, вы какие нарядные. А вы откуда, куда? Мы на выступление. Ого, а чем вы занимаетесь, что это? Хотя, что за нарядные? Группа поддержки. Группа поддержки? Это типа... баскетбольная, футбольная. Типа черлидерши? Ну, не совсем. А что это такое? Ну, черлидерши — это больше акробатическая тема, ага. А мы больше танцевальные, скажем так. Это у вас сейчас концерт какой-то получается? Игра баскетбольная. А у вас, то есть, прям какие-то соцсети есть что-то? Вас где-то можно найти, потом посмотреть? Да. Хотите нас найти? Мне интересно, нет, я просто сам тоже немного музыкой занимаюсь. Может быть, слышали, что такое битбокс? Ну, отдаленно. Я действующий чемпион мира. Недавно в Японию ездил, занял там первое место. Ого, офигеть. И если вы не против, я вам что-нибудь покажу. Конечно, не против. Стесняюсь очень сильно. Мы тоже. Что-то воняет. Никто не пердел? Да как-то не планировали сегодня. Не, ну мало ли. Фу, реально здесь что-то воняет. Вы заметили? Это не я. Ну ладно, бывает, что желудок работает. С котами. С котами? А его нету полного. Что с котами? А что это с котами? А, ну, спонсорский танец танцевали. А у меня есть песня про котов. Про кота, точнее. Я люблю котов гладить и чесать, и не стрёмно мне дерьмо их убирать. Но мой кот сбежал, я теперь грущу, чтобы не грустить, пойду его найду. Где кот? Где кот? Где кот? Где кот? Где кот? Четко. Спасибо. Может, это поет у вас, если вы музыкальный? Ну, я пою, но... О, да ладно. Не все пою. А что? А что? А что? Как ты вычислил мои слабости, распознал мои сигналы, SOS. Я не вынесла этой слабости, то, что было между нами. Это месть. Офигеть, круто поешь. Спасибо. А сколько занимаешься уже вокалом? Опять воняет. Опять воняет, мы признавайтесь. Кто-то это, все-таки мне кажется, да. Кто-то здесь что-то делает. Правильно, напердели, вот и жарко уже. Так как ты мог такое подумать? Ну да, девчонки не какают, если какают, то зефиром, а если пукают, то духами. Да. По факту. Я в основном пою такое, что...
больше академический вокал, скажем. Академический? Нифига да. себе. Это что? Я просто вообще не представляю. Академ-вокал. Это что они поют? Такое это же круто. Это типа слышу голос из прекрасного налета. Вот, а вот это давай? Давай. Слышу голос из прекрасного налета. Голос утренней серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как детская карусель. Прекрасная далека, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока. Да ниже просто изначально взять. Короче, давай я начну, а ты будешь битвок сделать. Подожди, надо научить тебя битбоксить. Давай, ну как? Ну ты не вряд, это сложный бит. Подожди. Короче, вообще, вот давайте мастер-класс по битбоксу для вас. Девчонки, специально сегодня, специально для вас. Ура, давай. А, в битбоксе есть три основных звука. Первый звук это бочка. О, в тайминг прям. А что это было? Это зеркальце? Да, да. Первый звук это бочка, второй звук это тарелки. И третий звук это рабочий барабан. Вот. Прикольно, кстати, это тоже. Это тоже есть такой звук. Значит, первый звук бочка. Делается он на самом деле просто. Нужно кого-то напугать шепотом. То есть надо сказать бу, бу, бу. Только шепотом. Сначала голосом. Очень громко, надо сказать, бу, очень громко, прям вот максимально, как можно, чтобы я прям реально обосрался и испугался. Чтобы опять завоняло у нас тут. Да, это все был я. Раз, два, три. Бу! Хорошо. И теперь надо шепотом то же самое. Типа, бу, бу. Раз, два, три. Вот, кстати, вот это хорошо было. Это в букву Б надо больше воздуха дать. То есть вот давление стоять. Во! И теперь чуть-чуть подобрать вот это шобот. То есть надо прям очень коротко. Коротко напугать. Так. Я забыла. Нет, хорошо, делала. Хорошо получается. Очень круто. Офигеть! Это ты как делаешь? Я даже так не умею. Все, ты сделай, пока не забыл. Подожди, это третий звук. Запомни. Но теперь надо вот это ф убрать. Оставить только. Да. Да у меня, блин, не, хорошо, губы качать надо. Могу яблоко губами откусывать. Да? Вообще, да, без зубов. Да. Я же битбоксер, я 15 лет занимаюсь. Офигеть. Давай еще раз. Вот, это, да. A few moments later. Битбокс это сложно, хорошо, я признаю. Вам спасибо. Спасибо. Пока-пока. До свидания.